Задержан ответственный секретарь от Башинского Айлюкмуту при передаче денежных средств, сообщает ГКНБ. В ходе реализации мероприятий, направленных на выявление фактов злоупотребления должностным положением государственными и муниципальными служащими при проведении государственных закупок, установлено, что ответственный секретарь от Башинского Айлюкмуту с 2020 по 2022 годы через аффилированную фирму незаконно участвовала и выиграла 152 тендера на общую сумму около 14 миллионов сомов. В целях прекращения проверки неоднократно предлагала сотруднику ГКНБ деньги, несмотря на разъяснение об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Подозреваемая была задержана при передаче денежных средств 90 тысяч сомов и 500 долларов. Так, а ты 90 минут, 5, 24.